Супруги Владимир и Любовь Архипова в пятницу получили сертификат на приобретение жилья. Мы первый раз получили, но тогда у нас были финансовые трудности, мы отказались. Вот. А потом это появилась возможность это приобрести. Мы обратились вторично, но нам сказали, что извините, это, ну, нам пришлось это... Подождать. Да, через суд, там, это, чтобы нас восстановили. И вот нас восстановили. И вот сейчас я хочу поблагодарить, большое спасибо, что мы держим вот это свидетельство. Сертификат выдали в районной администрации по федеральной программе «Жилище». За счет средств федерального бюджета люди с инвалидностью или имеющие детей с инвалидностью имеют право на участие в этой программе при условии, если встали на учет как нуждающиеся до 2005 года. Свидетельство сегодня получили супруги, поэтому у них есть большие шансы приобрести жилье, потому что сумма в двухкратном объеме рассчитывается, исходя из 18 квадратных метров и умножается на стоимость квадратного метра, утвержденную правительством Московской области. С 2013 года по этой программе выдано 8 свидетельств на приобретение жилья.